Всем привет. Ну, о наболевшем. По поводу этого конченного карантина. Бесит даже не то, что надо носить маску и вытирать руки антисептиком постоянно и так далее. А бесит то, что обычные люди, обычные спортсмены не могут просто пойти на площадку позаниматься. Приходится находить какие-то способы это сделать втихаря, чувствуя себя каким-то нарушителем правопорядка, каким-то преступником. Просто ситуация, ну, бесит. Мало того, что физкультуру и спорт никто не поднимает в этой стране, так еще и благодаря этой ситуации все это опускается ниже плинтуса. Просто раздражает. Я надеюсь все-таки, что это все закончится как можно быстрее. Этот дебилизм забудется, как страшный сон. Спасибо.